Well, hello. Здравствуйте, дамы и господа, это Bone Works и персонажи из первой части FNAF. По просьбам я портировал их в игру, естественно, с моей фирменной фишкой. Они все кривые и косые. Давайте привлечем их внимание. Стоять по струнке. Да, я их держу в заложниках. Так что лучше им выполнять все мои прихоти. И вы, возможно, хотите спросить, что с пальцами у Чики. Это часть моего эксперимента. Я решил поэкспериментировать и синхронизировать в том числе кости пальцев. Посмотреть, что из этого получится. Она будет сжимать кулак, но выглядит это крайне не очень удачно, я бы сказал. Как нервно она топчется на одном месте, мне это не нравится. Лучше прекрати это делать. Все застыло. У остальных все с пальцами нормально. Единственная проблема — это в плечах. В остальном они безупречны. Вы только смотрите на эту команду мечты. Челюсть у всех рабочая. И при этом она даже практически в том месте, где у Форда рот. Поэтому если я двигаю именно челюсть, здесь в этом смысле все синхронизировано, как вы видите. Он даже отступился назад, понимает, что его ожидает. Это как посвящение в рыцаря. И проверка на прочность. На крепость тела и духа. Самым крепким оказался Фредди, похоже. Хотел, чтобы она эпично приземлилась ему прямо на голову. Да, когда Цыпа в гневе, на нее не просто сжимаются кулаки, но еще и выпускается когти или что-то вроде того. Да, лучше бы я не экспериментировал с пальцами. Вместе навсегда. И возможно даже синхронно двигаться, в чем я очень сомневаюсь. Так, но действовали они почти синхронно до этого момента. Теперь один из них не встанет никогда. Или встанет, но упадет другой. Это как сцена в операции И. Да, но вы только посмотрите на эти ловкие подкаты. Они откатывают спринт-трапа и делают ему подножки. Поэтому он не всегда может удержаться на ногах. Это, видимо, такая тактика и стратегия. Да, к сожалению, синхронизировать их действия невозможно. Один будет падать. Но вот это, конечно, они вытворяют. Пытаются ему коленной чашечкой раздробить своими металлическими ногами. Долго ли они так будут продолжать? Я думаю, долго. До тех пор, пока один из них не умрет. И, по-моему, это только что случилось. Второй... А нет, он живой. Второй пытается как-то разрулить ситуацию и, возможно, все же противостоять, попробовать противостоять спринт-трапу. Но заметьте, спринт-трап тоже ничего сделать не может из-за того, что они постоянно падают, он даже одного удара не в состоянии нанести. Так что за этим можно наблюдать вечно, как будто они под музыку это делают. Может, они просто наслаждаются жизнью? Кстати, в спринт-трапа именно воткнуть лопату не получится. Все нормально, ребята? Я вам помог. Теперь никто из них вообще встать не может. Даже на долю секунды.
5 минут полет нормальный. Хотя этот полет был скорее непродолжительный. Пару секунд буквально. Сколько здесь трупов теперь. Так что можно сказать, модельки прошли все испытания и показывают себя отлично. Хоть иногда и отходят некоторые конечности, смотрится это более-менее канонично. Из-за того, что это все-таки аниматроники, и они на запчасти разваливаются. Так что ничего удивительного здесь нет. По-моему, я переборщил. Я не думал, что дистанция работы этой гранаты настолько серьезная. Но кому-то меч, смотри, все-таки воткнулся. Сейчас модернизируем одного из аниматроников. Например, вставим ему дополнительную челюсть. Вот так гораздо лучше. Теперь он может прожевывать, не знаю, человеческие кости, для чего его еще зубы. В два раза быстрее. Вот и новый аниматроник рождается на ваших глазах. Осталось добавить, не знаю что, лапу вот сюда. Дополнительно. Это хорошая идея. Как в качестве погон каких-то. И клешню тоже куда-нибудь засунем. Если я вообще смогу ее взять, конечно, отдельно, вроде как смог. Прекрасно. Так, теперь можно его выпускать. Я уверен, что с такими модернизациями он гораздо лучше, чем любой другой противник. Что это было? По-моему, наступил на шприц или что-то вроде того. Да, да, он впился опять. Снова, ладно, давайте заспавним нулевого. И посмотрим, как наш аниматроник ему может противостоять. С дополнительным оборудованием. Так, неплохой удар, но он наступил на шприц и развалился в итоге. Да, этого я не предусмотрел. К сожалению, маленькая ошибка привела к вот такому вот ужасающему зрелищу. На этом закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч.